Ну, я думаю, мы, конечно, поменялись, с каждым боем все растем и усовершенствуемся, делаем какие-то новые тактики, разрабатываем приемы. Подготовка проходила, в принципе, в том же ключе, в родном своем зале в городе Прокопьевске. И там моя команда, мой тренер, то есть все спарринг-партнеры приезжали туда. Так что там проходил полноценный сбор и спарринги, и все этапы. Тренерский штаб у нас, команда, состоит из тренера, менеджера Сергея Юрьевича Бусыгина и менеджера по Глории Андрея Сергеевича Бусыгина. Поэтому, ну и, соответственно, мой тренер Виталий Миллер. И в этой команде у нас уже слаженная работа, и поэтому подготовка шла все отлично. Спарринг-партнеры приезжали с Молдовы, очень хороший парень. Боксировал на местном уровне у себя в Молдове, в Румынии боксировал.